Всем привет, мои любители 2D девочек и мальчиков. Сегодня днем в 14 часов на японском YouTube канале Arknights будет стрим. Там тяночки будут някать и хлопать на тему Уильсира Кузана и третьего рогалика. В принципе, ничего интересного японочки не покажут, только ивентик. Если вам интересно на них посмотреть, ссылка у меня будет. Ну а так, я вам расскажу, про что будут говорить эти тяночки. Ивент, который уже все заждались как хер пойми чего, Уильсира Кузана. Начнем с ивентового магазина. Как обычно, нам дают покушать очень вкусно. Гриф умеет это делать. Спасибо им. Начиная гачи-крутками и заканчивая обычными ресурсами. Также есть карты с фармом ресурсов. Что лучше фармить? Решать вам. Но лучше это делать на 9 или 10 карте, так как камни можно легко нафармить на обычной карте. Ну а сколько всего потребуется санити и ивентовой валюты, указано тут. Это сделано для тех, кто играет free-to-play. Если коротко, то нужно 4600 санины, чтобы закрыть все, включая аннигиляцию на первой и второй неделе. Ну а валюты до 8000, с учетом того, что половина будет получена со всех миссий и карт, то останется нафармить около 4000. А теперь перейдем к персонажам. Их будет немало. Однако я обращу внимание больше на Техас и Пинанс. Остальных разберу понемногу. Начнем с двух персонажей, что будут красоваться в красном магазинчике. Канипалат и Кварц. Кварц будет стоить 150 красных тикетов, а Канипалат 600. Начнем с Кварц. Новый гард с новым подклассом, Крэшер. Однако это типа подкласс недоцентурион. С той же ветки гардов, для четырехзвездочного очень высокие хп и атака. Атаки бьют по нескольким противникам, равных количеству блоков. Второй скилл дает огромное количество ДПС. Однако за этот урон она платит своим телом и получает намного больше урона. Не говоря про то, что у нее вообще нету защиты от физического и арт-урона. Следующий идет Канипалат. Второй персонаж с навыками левитации. Прикольный малый за свою цену. Имеет хороший урон. Второй скилл дает ему возможность держать противника в воздухе, а после чего делает из них бомбы, которые наносят в небольшом радиусе урон остальным врагам. С новыми лицами магазина мы закончили. Купить их можно будет в любое время, как только выйдет обновление. Перейдем же к баннеру с волками. Из новых будет Лунокуб, Техас Альтер и Пинанс. Начнем с нового снайпера. Лунокуб. Огромная пушка с огромной дальностью действия. Талант дает ей камуфляж, пока ее навык не активен. Когда навык активен, дает ей скорость атаки. Как для пятизвездочного оператора, неплохой урон за счет скорости атаки. Добавить больше нечего. Увы, ах. Теперь перейдем к новым шестизвездочным операторам. Первый будет Пинанс. Ее таланты дают ей жесть какие приколюхи. Первый талант дает барьер, который впитывает урон, а за счет второго таланта она его возвращает в виде арт-урона. Пинанс имеет огромное количество здоровья и большой показатель урона по сравнению с другими дефендерами. Теперь перейдем к скиллам. Первый скилл очень сильный. Пинанс бьет по лицу, делая из него фарш. Первый скилл можно зарядить, чтобы сделать его еще более эффективным уничтожителем черепов. Второй скилл дает эффект Санкчуари и наносит арт-урон в небольшом радиусе. А еще усиливает первый талант. Третий скилл значительно увеличивает атаку и дает барьер от максимального хп, а также провоцирует противников, врагам у которых мало хп. Мое соболезнование, вам еще крепкий шипованный дилдак принимать, хих. Ну а теперь главная волчица, что отказалась просто быть вангардом, Техас, Зе Амертоса. Ой. То есть Амерзота, ой. Но вы поняли, Техас Альтера — это лимитированный персонаж. Класс специалистов-экзекьюторов. Трейд дает возможность редеплоиться быстрее других операторов и имеет низкую стоимость. Первый талант дает ей дополнительный урон, пока действует навык. После победы над первым врагом ее скилл восстанавливает хп и реактивирует скилл. А второй дает ей дополнительный мотивейшн для первого убийства, повышает ее скорость атаки и уменьшает входящий урон. Увы, но кресло заняла Лапланд.
Перейдем к скиллам. Первый скилл наносит урон и солит противника. Очень эффективен для подавления врагов с опасными скиллами. Также каждую секунду противник получает периодический и фиксированный арт-урон. Второй скилл после деплоя наносит в радиусе урон всем врагам. Эффективен для уничтожения целей с высоким показателем брони. Третий скилл после деплоя сбрасывает на врагов свои зубочистки и станет. Каждую секунду в пределах действия скилла Техас еще сбрасывает зубочистки и вызывает микростан на 0,2 секунды. Огромный урон по шизоидам, так еще и удерживает в контроле. И последний, кто у нас остался, это Вергилий, то есть Виджил. Это бесплатный вангард тактишн. Имеет юнита пачка волков на завтрак. Подобен Блэк Найту и становится на клетке дальнего боя. Первый скилл дает ДПшки и заряд тени волку. На этом как бы все. Второй скилл дает усиленную атаку. Полезен для поддержания урона и генерации ДПшек. Третий скилл генерирует ДПшки, пока действует скилл. Атакует тройными ударами. Имеет хороший показатель ДПС. Особенно когда песик удерживает врага. На этом с операторами все. Перейдем же к скинчикам и донату. Бесплатный скин на Кверкус. Скин на Ханни Берри за 18 апельсинчиков. Скин на красивые Арцоры за 15. L2D скин на Росмантис за 21 апельсин. L2D на НТРК тоже за 21. И L2D на пассажира с визуальными новыми аудиозаписями за 24 апельсина. Теперь же перейдем к донату. Доната, как всегда, будет много, так как жадный китайчик хочет подзаработать шекелей. Ставьте на паузу, чтобы почитать содержимое каждого из них. Теперь же надо отметить. За Техас нам дадут ваунчер за имеющиеся на нее скины. Техас станет последним оператором, на котором можно получить эти ваунчеры. С магазином покончили. Ты кое-что забыл. А, и еще интересные изменения. Это касается альтеров и их оригинальных версий. Раньше нельзя было брать две версии операторов. Теперь же эти ограничения спадут и можно будет брать жесткую пачку с абассалов, две скаги. Или две спектры. Или же их всех. Ну и напоследок самое сладкое. Две недели нам буду давать небольшое количество арундума за подписание контрактов в компании. Арундум будет рандомно выдаваться. Минимально 300 и максимально 600. Если подписать контракт со всеми компаниями, мы получим 500 арундума. Примерно что-то такое будет сегодня на этом стриме, если вырезать мерч и женское сугое. На этом заканчивается этот видос. Всем удачи с гачи. Всем приятной игры. До свидос.